Уважаемые коллеги, учащиеся и пользователи сети Instagram, вы знаете, как вся наша страна, как все мы с вами готовились отметить День Великой Победы, 75-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Но ситуация разворачивается таким образом, что мы с вами вынуждены будем этот великий праздник отмечать в режиме самоизоляции. В связи с этим Казанский федеральный университет запускает сегодня литературно-творческую акцию «Помним, читаем, творим», посвященную году памяти и славы, 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Чтобы стать участником акции, необходимо с 30 апреля по 9 мая в своем аккаунте в социальной сети Instagram разместить с хэштегом «Помним, читаем, творим» видеозапись чтения литературных произведений, посвященных Великой Отечественной войне и Второй мировой войне на разных языках, видеозапись вокального или инструментального исполнения музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, фото творческих работ, посвященных Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, рисунки, арт-объекты, изделия декоративно-прикладного искусства и так далее. Подробнее об условиях участия вы, уважаемые друзья, можете узнать на сайте Казанского федерального университета либо на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации, ответственно за организацию этой работы, а также на сайтах наших генеральных партнеров. Это прежде всего «Татарстан Новый век», ГТРК «Татарстан», «Татмедиа», «Татаринформ», Институт Каюм-Насыри нашего университета и сайт, как я уже говорил, нашего Казанского федерального университета. Это «Универ ТВ» Казанского федерального университета. Лучшие работы будут рекомендованы для размещения на медиаплатформе КФУ или генеральных наших партнеров. Уважаемые друзья, давайте же мы все будем вместе хранить нашу великую историю, нашу великую культуру, нашу память. Читая строки о каждой из нас совершит очень важное для нашей памяти, для нашей совести и нашей культуры путешествие в прошлое. Помните, друзья, без прошлого и уважения к нему нет нашего будущего. Спасибо и надеюсь на ваше участие.